Зажим на таргу, на дугу, на любую трубу. Имеет два поворотных механизма. Здесь и здесь. И угол наклона вот в этой точке.
Площадка с замком. Замок крепится на 4 болта. Указано, как площадку устанавливать, для того, чтобы потом можно было, если вдруг что, состыковать все эти механизмы и сделать каркас какой-то, крышу, таргу можно сделать. Вот из таких всяких переходников и трубочек. Это крепление продается тоже отдельно. Удлинитель продается отдельно. Крепление и площадка с замком. Все это отдельно. Я уже на этот удлинитель установил крепеж для камеры. Имеет тоже угол наклона. Шайбочкой откручивается и менять можно угол наклона. Здесь внизу угол наклона. Видите, значит, зубчики очень-очень-очень такие серьезные, мощные. Сам, значит, удлинитель имеет поворотный вот такой механизм. Очень легко, быстро можно все это дело снять и поставить на другую точку крепления. Надо немножко нажать сверху и закрывать замок. Вот это. Одной рукой мы сейчас сделаем, просто это трудно. Вот так. И рамовские вот такие тоже крепления для камеры. Кому-то могут быть. Кому-то, может быть, будет интересно. Это шарнирные. Клей и вот эти все площадки и замочки – это Борика.